Перед началом программы участники прошли психологическое тестирование, по результатам которого были даны рекомендации в выборе направления. Всего подготовка добровольцев проходит по 5 направлениям – событийное, экологическое, социальное, медиа и зооволонтерство. Наша теорика практической программы подготовки волонтеров, она нацелена на 5 разных направлений волонтерских. Медиа, эко, соц, событийка и зоо направления, в которых они будут сейчас получать знания для того, чтобы потом понять, какая сфера им ближе, сначала там обучиться и потом прийти уже работать с нами на проектах, участвовать больше. Так интереса у них появится больше, когда они знают о направлениях, ту информацию, которую не дают, обычно не рассказывают где-то в повседневной жизни. В первый день работы проекта участники прошли тренинги по командообразованию и лекции по направлениям от представителей общественных организаций. Организаторы молодежного проекта отмечают, после проведения теорико-практической программы подготовки волонтеров «Маршруты добра» планируется создание автономной онлайн-платформы вуза, на которой все желающие смогут зарегистрироваться на акции и мероприятия, пройти обучающие программы и блоки, а также сформировать сообщество единомышленников.